что волгоградцы в числе людей, прославивших наш город, называют имя бывшего футболиста волгоградского «Ротора», лучшего бомбардира чемпионатов России Олега Веретенникова, не случайно, ведь в том числе благодаря ему волгоградская футбольная команда добилась хороших результатов. Сегодняшний клуб, конечно, занимает в турнирных таблицах далеко не лидирующие места, хотя все для этого делает. Футбольный клуб «Ротор» Волгоград вернулся в родной город после учебно-тренировочного сбора в Абрау-Дюрсо. Там подопечные тренера Валерия Есипова провели несколько товарищеских матчей. Футбольную тему сегодняшнего выпуска спортивных новостей разбавит информация о большом теннисе. После сборов в Абрау-Дюрсо тренерский штаб «Ротора» во главе с Валерием Есиповым должен определиться с окончательным составом, который 8 числа текущего месяца стартует в чемпионате ФНЛ. В Краснодарском крае за две недели волгоградцы провели несколько контрольно-тренировочных встреч. Выиграли у майкопской «Дружбы» 9-0, молодежного состава «Ростова» 3-0, проиграли краснодарской «Кубани» в первом матче 0-2, а вот во втором наши взяли убедительный реванш 4-0. Голы в составе «Ротора» в той встрече забили Владимир Романенко, Андрей Киреев и дважды Артур Рылов. Вернувшись домой, игроки получили два дня выходных, после чего приступили к продолжению подготовки к новому сезону. Напомним, что в связи с реконструкцией стадиона «Зенит» наша команда несколько домашних матчей первого круга перенесла на более позднее время. В Волгограде первую игру «Ротор» может сыграть не раньше 27 августа. Эти изменения официально внесены в календарь сезона 2017-18 годов. Продолжая футбольную тему, сообщаем, что Волгоград на 99% может стать городом проведения финального матча за Кубок России. Определена и дата – 9 мая. С инициативой провести это знаковое спортивное событие в городе-герое на Волге выступили власти нашего региона. И это нашло поддержку у федеральных чиновников самого высокого ранга. Осталось соблюсти необходимые формальности, и Волгоград впервые в своей спортивно-футбольной истории примет российские соревнования так. Уровня. Помимо этого, игра станет своего рода тестовой проверкой готовности Волгоград-Арены к проведению матчей мирового чемпионата следующего года. 65-я ракетка мира, 20-летняя волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева вступит, а ко времени выхода материала в эфир уже вступила в борьбу на турнире «Большого шлема» в Уимблдоне. Первый матч основной сетки волгоградка проведет с хорваткой Донной Викич, которая старше Вихлянцевой на год. И в мировой табеле о рангах хорватка располагается на 8 позиций выше россиянки. Но, как показывает практика, при должном настрое Наталья способна убрать с корта любую соперницу, невзирая на возраст и статус. Надеемся, что так случится и на этот раз. Тем более, что стимул у каждого из играющих на Уимблдоне крайне серьезен. Это общий призовой фонд в 31,6 миллиона фунтов английских стерлингов и стремительный взлет по карьерной теннисной лестнице.